Всем привет! Сегодня мы лепили пельмени, а к пельменям готовили томатный кисло-сладкий соус. И я хочу поделиться с вами этим нехитрым рецептом. Давайте начнем! Все ингредиенты, которые нам понадобятся, указаны на экране и под видео, но вы можете изменять их по своему усмотрению, чего-то добавлять больше, чего-то меньше. В глубокую тарелку выдавливаем кетчуп. У нас это около 3 столовых ложек. Добавляем чайную ложку горчицы и немного аджики, буквально на кончике чайной ложки. Заливаем все кипяченой водой, охлажденной до комнатной температуры, и хорошо перемешиваем. Нам нравится, когда соус не густой, но это дело вкуса. Если вы хотите иметь другую консистенцию, то просто добавьте меньше воды. Вместо соли добавляем соевый соус. В процессе приготовления пробуйте, потому что кому-то нравится покислее, кому-то послаще, кому-то посолонее. Подбирайте под свой вкус. Мы добавляем сбор приправ для мяса, затем немного имбиря, красный перец для остроты вкуса и черный перец для аромата. Добавляем чайную ложку уксусной кислоты, ее можно смело заменить соком лимона, лимонной кислотой, либо яблочным уксусом. И в завершение чайную ложку сахара. Все хорошо перемешиваем до однородности и соус готов. Этот томатный соус можно подавать к пельменям, к мантам, отлично он подходит к мясу. Чтобы придать соусу пикантности, можете добавить немного чеснока. Экспериментируйте, готовьте с любовью, и любое блюдо будет фантастически вкусным. Приятного вам аппетита, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!